Оказав помощь ребенку с температурой, бригада скорой помощи в Геленджике уже собиралась уезжать. Но дорогу санитарной машине перегородил кортеж. Шикарный Rolls-Royce и Toyota Land Cruiser. За рулем кабриолета сидел столичный бизнесмен Джамарт Каменов. В внедорожнике его охрана. Каменову не понравилось, что скорая встала у него на пути. Вышли как раз девчонки с вызова, они закончили. Он начал на них грубить. Естественно, и начал их защищать. Он вышел из машины, со второй машины вышли охранники. И словесная потасовка перешла в драку. В больницу водитель скорой Игорь Черкасов попал с сотрясением мозга. Его били несколько здоровых мужчин, толстосум Каменов и его охранники. Досталось и женщине-фельдшеру, которая пыталась размять драку. Я встала, думала, как бы человек отрезвит то, что стоит, в общем-то, перед ним женщина. Но, поверьте, этого не было отрезвляющего. Полиция задержала Каменова и его мордоворотов-телохранителей.